Слушай, ну вот эта девушка тебя просто мой, а потом сейчас тоже Артислав. Дорогие друзья, наш гость из Байконура. Нет, я местный, я питерский, просто я просто работал и служил. Ну хорошо. Вот он нам сейчас поет свои песни. Наш гость Александр Калистратов по просьбе юбиляра, заслуженный испытатель ракетно-космической техники, который запускал с Байконура космические корабли. Вот у него даже подписи космонавтов существуют на гитаре. Он об этом расскажет. Это не картины, это Антон Каптер. Квартиры сейчас летают в космосе. Вот планируем в конце августа месяца поехать в звездный городок, там будет фестиваль. Я, в общем-то, больше к бардовской песне отношусь. Но я знаю, что Рудольф записывал Евгения Кэшкина, правильно? По-моему. А вот нас с Митяем, я-то знал его раньше как Дима, а он, оказывается, Митяй. Теперь я знаю, что он Митяй. Нас с Митяем объединяет то, что мы бы закончили Академию Можайского, ему носили по Луну. Так вот, замечательная песня. Я думал, почему мы оказались с Димой в армии. Когда я был мальчишкой, я темноту любил, еще любил я девочек, им так что я держу. Мы встретились с ней вечер, она была мила, губами и руками. Она меня взяла, расставил как конец, я снова сразу стал. Всю ночку прогуляли с ней, ему поцеловал, а утром снова встретился. Она была кругла, широкая и полоская. Глаза, как я смотрю, а ручки снова исчезли. Моя мама, моя родина, по имени моя жена. Все, кто стал осторожным, знакомый, что угадаю. А если вы деды вечер, то лишь под фонарем. Еще такая одна хулиганская песня, написана, ну, я вообще-то больше пишу песни на свои стихи, но здесь я не мог удержаться. Есть такой, ну, я бы сказал, андеграундовский поэт Андрей Орлов, его зовут Шуарнуша. У него все стихи матерные абсолютно. Вот я нашел одно единственное, где матов практически не было, только, ну, немножко одну фразу подректовал, чтобы можно было ее среди нашей публики приличной спеть. В общем-то, такая хулиганская песня называется «Незнакомый». Вот такой случай, может быть, с каждым человеком, мне кажется, получится. Как-то однажды проснулся утром, после гулявы не ослабались. Вроде бы помню, что было вчера. Думаю я, лишь братцы и фигня, это вообще нечестно. Папа, красивая, у меня. А кто она? Я. Очень невеселые дни, пьяных мозгов не носил. Ладно, еще бы обеды было. Наливчик хотя бы какой-никакой, или трусы хотя бы, тут совершенно теряешь покой. Ну, сволочи, эти мама приличная, не из тех, значит, не так обидно. Жалко, что спит, блин, на животе. Чтобы их нам по утрам развлечать, надо Марина Мунькову имя на спинах, как на майке. Я оживился, похмелился, пиво в руке болело. Вот тут вроде бы помню, а вот тут вроде бы не знаю. Болеть чуть-чуть. Вроде бы даже припомнил лицо. Звать ее, кажется, на руке своей вижу кольцо.
тяжела и видна, а после я уныла. Сейчас ясный перец примрется жена, челюсть опять сонная. Я загрустил в предвкушении беды. Мне не Наташка, не Оля. Милый, налей мне стаканчик воды. И голос такой знакомый. Помей сюда, человеку нужна. Просто не дай красиво. Рядом со мною лежала жена. Как ее там? А, точно. Чтобы их нам утром различать, надо Маринам и Олям имя на спина написать. На майке будет больно. Вот такая хулиганская песня. Вот я был счастлив познакомиться с легендой на самом деле. С юбилеем у нас, не знаю, 85 это совсем мало, еще там столько же должен быть. Ну ты хотя бы попросил, я этому сказал, Андрей.